Уолтер Лэнгли родился в 1852 году в Бирмингеме в семье портного, где кроме него было еще 11 детей. Он вырос в районе, расположенном недалеко от бедных трущоб Бирмингема, и не понаслышке знал о жизни в них. Став художником, зрелый Лэнгли придерживался радикальных левых взглядов, отдавал предпочтение изображению рабочего класса и его борьбе за выживание. Художник сочувствовал рыбакам и их семьям, и это видно на многих его картинах. «Утро вечера мудренее» – не исключение. Перед нами старуха, утешающая молодую женщину, оплакивающую рыбака, который так и не вернулся домой. При этом человеческая трагедия отчетливо контрастирует с абсолютным спокойствием, граничащим с равнодушием антуража, в который помещены герои. Чего стоит одно название? Только вчувствуйтесь в эту картину. Здесь столько безысходного отчаяния, шока, переживания самого пика боли. Здесь так еще далеко до принятия ситуации и освобождения. Бесполезно в таком состоянии говорить, что время лечит. Бесполезно требовать, чтобы человек натянул улыбку. Просите об этом, поскольку, если честно, это нам так удобнее и комфортнее с ним. Однако, если человек задавит в себе работу горя, натянутой улыбкой, ради нас, он никогда не придет к освобождению и принятию ситуации и расщепит себя в угоду нам. Название картины происходит от стихотворения английского поэта Альфреда Теннисона, один стих которого гласит: «То, что потеря является общей, не сделает мою менее горькой, а скорее более. Слишком обычной. Никогда утро не приближалось к вечеру, но у кого-то сердце разрывалось». Оригинальное стихотворение в целом немного длиннее. Искусство Уолтера Лэнгли, человека левых взглядов, было социально ориентированным. Оно отражало реальные трудные будни жителей небольшого рыбацкого городка. Этот факт негативно отражался на продажах полотен живописца. К тому же, до 1892 года Лэнгли предпочитал писать свои произведения не масляными красками, а акварельными. Акварели же ценились в конце 19 столетия ниже, чем произведения масляной живописи. Однако вскоре к художнику приходит успех и широкая известность. Он становится членом Королевского художественного общества и Королевского общества художников-акварелистов.